На ринге сошлись 5 команд – сборная России и Уральского федерального округа, а также гости из Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Германии. Турнир проходит по круговой системе, где все соперники смогут встретиться в очном противостоянии. Посмотреть на соревнования приехал специальный гость Юрий Гальц. Я сегодня приехал, вообще просто не ожидал. Немножко такое шоковое чуть-чуть состояние, но я горжусь своими земляками, потому что они делают очень хорошее дело. Во-первых, воспитание молодежи, что самое-самое главное, заинтересованность в своем деле. Работа, семья, успех – это составляющие вообще нашего народа. Первыми на ринг вышли спортсмены сборной России и Германии. Преимущество наших боксеров не вызывало сомнения. 13 побед во всех весовых категориях подтвердили высокий класс русской школы бокса. Максим Маяковский не без труда одолел своего соперника, но считает, что в следующем бою ему будет легче. Первый бой всегда тяжело. Продышался. Думаю, следующие бои пойдут легче. Считаю, что здесь только американцы сильная команда. Остальные я не вижу в них соперников. Следом на ринге выясняли отношения ирландцы и команда США. Здесь завязалась упорная борьба, где чуть удачливее оказались американцы 20-18. Сегодня состоятся бои между командой Уральского федерального округа и Германией, а сборная России проэкзаменует ирландцев. Дмитрий Соснов, Сергей Абалмасов, информационное агентство «Курган.ру».